В августе 2019 года в городском округе Щелково пройдет 21-й военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры». За время существования фестиваля его посетили более 150 тысяч гостей, в нем приняли участие около 10 тысяч реконструкторов. За эти годы фестиваль начали узнавать и за пределами Подмосковья, он стал лауреатом многих престижных премий в области туризма. Фестиваль постоянно развивается, трансформируется, учитывая современные тенденции интереса посетителей и сохраняя при этом уже сложившиеся традиции проекта. В этом году впервые фестиваль планируется провести в два этапа – 3 августа на поле в селе Душоново и 24 и 25 августа в усадьбе Гребнева. Село Душоново – место, где зародился фестиваль в 1998 году. С первых душоновских маневров поле возле живописного храма – традиционная фестивальная площадка. Свое имя фестиваль обрел именно здесь. Вторую и основную часть фестиваля было решено провести в усадьбе Гребнева, тем самым объединив два культурных бренда – военно-исторический фестиваль и саму усадьбу – место с богатейшим культурным прошлым, а в настоящее время – площадку для проведения различных массовых культурных мероприятий и, несомненно, новую зону притяжения для жителей и гостей округа. Усадьба и станет главной площадкой фестиваля в этом году. Учитывая, что фестиваль мультиэпоховый, на разных площадках в разных формах в течение 3 дней будут отражены и памятные юбилейные даты 2019 года. На фестивальной площадке в усадьбе Гребнева в этом году будут представлены 9 исторических эпох. Средневековая Русь, Древний Египет, Петровские войны, Наполеоновские войны 1812 года, индейцы Великих равнин, русско-японская война 1904-1905 годов, Гражданская война в России 1919 года, Великая Отечественная война, война в Афганистане 1979-1989 годов. Участие в фестивале примут более 500 реконструкторов. Гости смогут посетить более 100 интерактивных площадок, среди которых кольчужная мастерская, мастерская ювелира, метание копий из улиц, рекрутское депо, исторические тиры, локация бивак, настольная тактика, русская императорская армия и морской десант 1904-1905 годов. В программе фестиваля традиционное шествие реконструкторов, реконструкции Великой Отечественной и Афганской войн, конное шоу, выставка военной техники и стрелкового оружия, показательные выступления десантников, областная торговая сессия производителей Московской области, ремесленная слобода, детская игровая зона, концертная программа, фаер-шоу и многое другое. Также на главной площадке фестиваля в усадьбе Гребнева пройдут две реконструкции эпизодов Афганской и Великой Отечественной войн 24 и 25 августа. Впервые в этом году на фестивале будет представлена реконструкция боевых действий в Афганистане и площадка, посвященная русско-японской войне. 21-й военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» — это 3 дня зрелищных реконструкций, обилие интерактивных и выставочных площадок в 2 фестивальных зонах, а главное — отличная возможность для гостей погрузиться в историю родной страны.